Говорят, вот закидывают жирафов. Как мы мальчишки с корзины, как с мультиком. Они поверху щищерят. Ты поведешь поверху. Так что по корзинке есть, есть, есть. Это было когда? Ну, сейчас тут ногой страшно ступить. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть убрал, и сущему любви живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть убрал, и сущему любви живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Что духи праведно скончавшиеся, души рабы спасли упокой, сохраняй их положение жизни, я живу тебе, человека любче, покоящий своим Господи, и те же святые твои упокоеваются. Упокой души раб твоих, я твой единицы человека любец. И главное, что в прошлом году получилось сделать такой прекрасный памятник и сохранить память о наших дедах, о наших прадедах еще, может быть, на несколько поколений. И, как сказано в Священном Писании, что нет больше любви, чем душу свою положить за други своя. И те воины, которые пролили свою кровь на поле брани, она была, эта жертва, не напрасна. Видя, что сегодня вся страна, все собираются почтить память этих воинов, и это свидетельствует о том, что все они до сих пор в наших сердцах, в нашей памяти. И собираясь здесь сегодня, мы также отдаем дань уважения всем тем воинам, которые старались, чтобы сегодня именно у нас было ясное небо и мир в нашей стране. Еще раз всех поздравляю с праздником. Спасибо. Спасибо. У нас поселился даже азербайджанец, он как-то не наша вера. Но есть один праздник, наверное, в нашей стране, который объединяет всех нас. Это праздник 9 мая, День Победы. Сегодня с утра посмотрел еще раз фильм «Они сражались за Родину». Знаете, как-то... Ну, раньше когда-то моложе был, ну, хороший фильм. А сейчас вот смотреть невозможно, просто слезы наворачиваются на глазах. Ну, может быть, с возрастом начинаешь больше понимать. И, наверное, больше понимаю, что, конечно же, и вот нашему молодому поколению вот этот праздник надо передавать в буквальном смысле по наследству. Чтобы все его помнили, тот великий подвиг, который сделали вот эти люди, фамилии которых здесь у нас на табличке. К сожалению, вот у нас есть один неприятный факт, к сожалению, буквально за неделю, может, немножко больше этого праздника не дожил наш последний.
память ему. Что хочется сказать? Ну, в этот светлый день, мне кажется, вот та передача, так сказать, из поколения в поколение, и сделать традицией наш ежегодный митинг, посвященный вот этой великой победе, это просто наша прямая обязанность. Она нужна прежде всего нам, конечно, но, безусловно, очень хочется, чтобы вот все эти люди там на небесах знали, что никто не забыл и ничто не забыл. Я предлагаю почтить память всех павших минуты молчания. Трудный бой, все нынче как спросонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. Но как зовут, забыл его спросить. Ведь 10, 12 бедовый, из тех, что главарями у детей, из тех, что в парадишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Левша земной, а был он лишь солдат. Всего друзья солдат простой, без званий и наград. Темная ночь разделяет любимая нас. И тревожная стрелка пролегла между нами. Часы рабы, вырвали. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Это вера, отпусти меня. Это точно. Темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Не страшно, мы не раз не встречались в бою. Не умеет играть, не умеет. И надо мною она кружится. Ты меня ждёшь, и у детства и поэтому знаю со мной, ничего не случится. Возненавидеть человека за 40 минут.